Всем привет, с вами Жора, и сейчас будет кое-что интересненькое. Недавно, листая ленту в Инстаграм, я наткнулся на очень интересное видео. Oh my! Которое просто перевернуло мой мозг, мое сознание. И это не саморазвитие, и не мотивация. В общем, там девушка очень круто упаковывала подарок. И упаковывала его в доширак. Это мне очень сильно понравилось, и именно в этом видео я хочу научиться вместе с вами упаковывать подарок, блин, в доширак, в коробку из-под доширака. Креативный подарок, очень интересно, думаю, поэтому погнали. Первое, что нам понадобится, естественно, доширак, ножницы. Желательно, если это будет канцелярский нож, будет намного удобнее. Скотч, желательно малогабаритный. Ну, емкость, соответственно, куда мы будем содержимое выворачивать. И подарок. Пусть это будет интрига, подарок покажу вам чуть позже. Итак, начинаем. Первое, что нужно сделать, это перевернуть наш дошик и сфокусироваться. А вот, как вы видите, здесь есть такая вот линия. Линия шова. Шва. И нужно ее аккуратненько вот так вот разрезать и достать. Нужно не повредить оболочку. Короче, ищите лучшие блинеты. Канцелярский нож лучше ищите. О, получилось. Так, теперь потихонечку по шву. Прям, блин, операция какая-то. О, все. Теперь из плена доширачного извлекаем, освобождаем коробочку нашу. Пожалуйста, не порвись, пожалуйста. Значит, сбоку у нас тоже есть шовчик. Давайте вырежем аккуратненько. Fucking shit. Так, ага, слушайте, скрупулезная работа. Все, ага, аккуратненько откладываем. Хопа, и тут, оп, сюда специи. Все зафигачиваем сюда, потому что мы будем есть. Вот, смотрите, какой подарок я приготовил. Будет такой подарок, и мы его положим, значит, в наш... Дальше шаг. Положили сюда. Можно в прикол специи положить или там жвачки какие-нибудь. В общем, по вашему выбору, любой подарок, который помещается в упаковочку. Надеваем сверху. И упаковываем. Я могу работать на заводе по упаковке дошираков. Я чувствую, меня повысят там. Да, упаковки дошираков. Люся, давай, Люся, как отмену сделать? Как сделать отмену, Люся? Перед есть, теперь зад. Приближу вам зад. Ура! Скотчиком закрепляем. Ребят, у меня села основная камера. Блин, как так случилось, вообще не понял. В общем, я упаковал и, в принципе, все. Вот такой вот у нас подарок получился. Идея очень крутая. И получилось довольно прикольно. Ну что, ребят, как вам такой метод упаковки? Надеюсь, вам очень понравилось, потому что мне, блин, понравилось. Я когда узнал, я когда увидел в Инстаграме, я офигел. Поэтому пишем в комментарии, понравился ли вам такой метод упаковка. И обязательно ставим лайки, подписываемся на канал и никогда не, значит, голодаем. Увидимся с вами в следующем ролике. Пока! Шу.